Ну ты же встречалась. Я с ним не встречалась, мы с ним общались, это, мы с ним общались, тут мне это было то ли третье, то ли второе свидание, то есть это вот начало только шло. И слава богу, Бог меня спас, решил мне дать такой вот знак, типа, рай. Нет, я никогда не встречалась с женатым. Никогда. Хоть, не знаю, хоть 1500 справок наведите, вы не найдете ничего, потому что, ну, я же знаю правду. Что думаете, я о своей жизни ничего не знаю? Давно вы стали блогером? Ну, я этим начала заниматься еще очень давно. Просто я потом забросила это. Очень сильно. Мне как-то это уже не было интересно почему-то. Хотя на тот момент были подписчики. И сейчас я просто снова взялась за это. Потому что я думаю, что это идеально работает для меня. Просто я не вовремя бросила. Лучше бы я продолжала вести свой блог. Такая красивая. Мне 900 минут. Спасибо большое. Сейчас есть с кем серьезно общаетесь? Нет. Я сейчас хочу уделить время себе. Хочу больше времени быть с собой, наверное. Хочу понять, какой я человек в целом, чего я хочу. Потому что, честно говоря, все, да, я закончила свой мейк. Блин, я брови даже не расчесала и не накрасила, мне надо их накрасить. Потому что раньше, насколько я себя помню, я будто бы всю жизнь была в отношениях. Вот реально. Вот из-за чего я даже не вела Инстаграм нормально. Потому что я была в отношениях. С подростками, блин. Общалась всегда со сверстниками своими. И еще больше ранилась, потому что они глупые. Ну и я тоже была ребенком. Ну как, если я встречу достойного того самого мужчину, о котором я думаю? Конечно, у меня в голове есть тот самый мужчина, все те качества, которые я у себя в голове проговариваю. Если я его встречу, было бы классно. Мы бы с ним вместе путешествовали. Ну все будет как суждено. Конечно, я не тороплю события. Мне сейчас одной в кайф. Я делаю все, что я хочу. Реально, вот все, что я хочу, я делаю. Хотела пойти потусить, пошла потусила. Хотела там, не знаю, улететь в другую страну, улетела. Что, кто, что мне скажет? Я надела стразки, встречала стразки. Да. Простите, но я заблокировала этого пользователя. Иногда у меня бывает такое, то, что когда мне кажется, я не знаю, у меня одной такое бывает или нет, но мне иногда кажется, что то, что некоторые фейки, которые мне пишут какие-то такие вещи, это и есть мои бывшие. Я не знаю, я параноик немножко, и я просто взяла и заблокировала человека, потому что, ну, мне так кажется. А для своего спокойствия лучше заблокирую человека. Как будто сидит в крысу и сам задает вопросы эти. Вы сейчас общаетесь с кем-то, серьезно? Классно, да, когда твоя бывшая девушка-блогер, что ты можешь к ней зайти, задавать всякие вопросы фейк. Она будет думать, что это реальный вопрос какой-то.
Как похудеть? Я советую порционно есть. Вы можете есть все то, что вы любите есть, только просто дозированно. Вот, допустим, вы обожаете сладкое, не можете без сладкого, ну ладно, поешьте, но дозированно. И обязательно включите в свой рацион зелень, побольше зелени. Что еще? И больше ходите, обязательно больше. Диназ? Нет, не Диназ. Я эфир веду. Я Андрей, я тебе сейчас отпущу. Я в эфире. Я вижу. Зашла в эфир. Что, все? Поехали? Да. Ладно, ребята, всем пока.